В городе Бресте на священной земле Брестской крепости в этом году дан старт туристическому слету учащихся союзного государства, посвященного 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Именно здесь, на земле мемориала, 83 года назад делались первые шаги к такой еще далекой победе. Брестская крепость первая приняла на себя удары войны, ставшие одной из ключевых трагических эпизодов современной истории. По традиции, все присутствующие возложили цветы к вечному огню. В туристическом слете учащихся союзного государства принимают участие порядка 500 человек. Это 28 команд из 28 субъектов Российской Федерации, команды из 6 областей Республики Беларусь. Ключевой вектор данного образовательного проекта – развитие детско-юношеского туризма. Совместная организация – туристско-спортивная деятельность учащихся Республики Беларусь и Российской Федерации, изучение и популяризация историко-культурного наследия, природного и туристского потенциала двух стран. В рамках союзного государства за эти годы уже сложилась хорошая традиция проводить такие туристические слеты, встречи молодых ребят поочередно и в России, и в Белоруссии. И, конечно, эта традиция будет продолжена. Мне очень приятно, что такая массовость, да, такое активное участие школьников в туристическом слете, она подтверждается еще и большим интересом молодых ребят к истории, к нашей общей истории, истории союзного государства России и Белоруссии. Такой слет – это, конечно, и туристские конкурсы, и знание истории наших стран. Но, кроме того, я считаю, самое важное – это дружба наших детей, дружба мальчишек, девчонок, которые смогут за эти дни пообщаться, поделиться друг с другом и историческими моментами наших стран, поделиться тем, как организована система образования в наших странах. И, кроме того, просто подружиться, завязать нормальные человеческие отношения, которые впоследствии будут греть их воспоминаниями о нынешнем турслете в Беларуси. Этот слет – яркая запоминающаяся страница в истории проведения мероприятий для учащихся союзного государства, который дарит радость товарищеского общения со сверстниками из различных уголков России и Беларуси, а также помогает найти новых, верных и надежных друзей. Я на турслет приезжаю уже не первый раз, это мой третий турслет. Первые два турслета были в России, но в Беларуси я приехал первый раз. Вот. Каждый раз, когда я приезжал на это мероприятие, мне всегда очень нравилось. Мне всегда нравилась эта атмосфера, дружба, все абсолютно веселые, радостные. Вот. И я уверен, это будет не исключение, все будет прекрасно. Это не первый турслет, это я уже третий раз. И, ну, я не знаю, каждый раз жду с нетерпением, как и все, я думаю. Это такой праздник туризма для всех тех, кто занимается и туризмом, и ориентированием, и краеведением. Вот. Я думаю, все очень хотят попасть на союзный слет. И все очень рады, когда узнают, что все-таки удается попасть. Уже с завтрашнего дня у участников слета стартуют конкурсы. Это и представление команд туристских газет, конкурс краеведов и конкурс «Туристские навыки». Учащиеся продемонстрируют свои туристические способности, знания в области краеведения, того региона, где проходит слет, умение организовать свой быт в рамках полевого лагеря. А 10 июня состоится церемония торжественного награждения победителей и призеров слета.